Верховная Рада Украины, парламент страны, не поддержал ни один из законопроектов о лечении заключенных за границей. Этот документ должен бы дать возможность выехать за рубеж экс-премьеру и ныне осужденной Юлии Тимошенко. Все 6 законопроектов набрали не более 195 голосов при 226 необходимых. Оппозиция встретила итоги голосования криками «Позор!». Решение вопроса Тимошенко было главным условием Брюсселя для заключения соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом и создании зоны свободной торговли с ЕС. Соглашение должно было быть подписано 28 ноября на саммите в Вильнюсе. Напомним, Тимошенко отбывает наказание по так называемому газовому делу за превышение служебных полномочий при подписании договоренностей с Россией.